Итак, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Нейзи, и, собственно, сегодня, 26.05.2016 года, моему каналу исполнилось 20 тысяч подписчиков. Да, на самом деле я офигел, потому что месяц назад, у меня было всего лишь 10 тысяч подписчиков. Блин, растем, друзья, спасибо вам огромное. Я не знаю, что даже сказать, просто офигеть. Ну вот, и пока Лёха со своей девушкой играет в Sims 4... Hola, amigos, с вами Вазенька Вазень, у нас Sims 4. Нет, не подумайте, что я превратился в перцефала. Просто моя девушка скачала себе Sims 4, кстати. Вот фото моей девушки. Красивая, да? Ну так вот, и пока Лёха играет со своей девушкой в Sims 4, я сделаю видео на 20к подписчиков. Поехали! И, собственно, первое место будет этот ужасный сайт, не заходите на него, он называется chatvdvoyom.ru. И почему он плохой? Потому что тут обитают какие-то педофилы, и они вечно пишут ЖМ. Как будто здесь общественный туалет. Там типа какую-то хрень, говирт. Жесть, короче. Короче, давайте. Привет. Привет. Мне 9. Ваш никнейм. Землеройка 1018927. Понятно, чуваки, я не Нейзи, я землеройка. Меня Яна, ты бы как? В смысле, как мне зовут? Меня зовут Яна? Меня Яна. Ты бы как? Видишь, блядь, свет в конце тоннеля. Вот, смотри, гравити запустилась. Бля, я не могу запустить. Смотри, бля. Пиздюк ебаный. Яна. Меня. Сука. Ж. М. Феминистка какая-то, блядь. Поздоровайтесь с собеседником. Привет, бляха. Чё? Беседуй? Иди работай, сука! Милый, беседуй. Окей, сучка, будет тебе, блядь, милая. Сука! Не хочет она милую, блядь, беседу. Пизда ебаная. Чё значит? Поздоровайтесь с собеседником. Привет, меня зовут Землеройка, как там, блядь, 101-8-8-9-2-7. Блядь, пиздец. Что? Тебе не нравится имя Землеройка 101-8-9-2-7? Да ты охуел. Блядь, то есть сейчас, если сказать... Не знаю, имя меня зовут так-то, то все, пиздец. Имя не понравилось, пошел нахуй. Классно. Понравилось. Что тут может понравиться, блять? Если мой никнейм даже никому не нравится, то ебаный в рот. Синяк. Мж. Жм. Охуел, что ли? Ладно, поздоровайтесь. Привет. Как дела? Как погода?
Самая быстрая беседа, которую я только видел. Пиздец. То есть спрашиваешь, как привет, как дела? То есть даже о погоде, блядь, говорить нельзя. То есть, походу, этот человек живет в Питере, где постоянные дожди. И когда спрашиваешь, как погода, он сразу посылает тебя нахуй. Блядь, да не хочу ни с кем делиться, идите вы в пизду. А, чуваки, я немного отвлечемся от этого чата вдвоем, вернее, не немного, а навсегда, потому что я туда не хочу возвращаться. Итак, многие уже узнали это место, да? А, то есть, это тот самый вертолет, из которого прыгал мой персонаж в этом видосике «Как выжить с Тяночкой в зомби-апокалипсисе», третья серия. Ну вот, и все просто меня задавали вопросом, как я сделал эту сцену. А все очень изи. То есть, вот у нас есть вот такой таймскол, смотрите, вот внизу пролистываю. И вот тут я анимировал все. И хочу показать, как это выглядело со стороны. Я говорю сразу, со стороны это выглядело ужасно. Так, и вы скажете, почему тут такой плохой графончик, да? Что такое мыльца, вон где антизотропной фильтрации нету, одни блесенки. А вот делаем теперь так. И из-за того, что записываю, у меня рендер вот упал до 19 FPS. Ну вот, и то есть вот тут мы можем вот в этом окошечке поглядеть что да как, то есть вот я могу, ой, нет, я неправильно делаю. Тут именно за голову надо хватать, то есть смотрите сейчас в это окошечко, то есть вот смотрите, ой, блядь, не то снова. Простите, сейчас вернусь, вот, Нейзи, так, хэд, именно голову крутить надо, и вот, то есть кручу головой, тут все осматриваю, вот, могу осмотреть налево, направо, все такое, вот так повернуть могу. Но это не важно, так как... давайте посмотрим на саму анимацию. Я говорю, от первого лица вот анимировать, это вообще изи. Ну, как бы, потому что за то, что я не вижу, это можно не анимировать. То есть, смотрите, как это выглядит со стороны, все выглядело. То есть, смотрим. То есть, вот Нейзи спит у нас, да? А, вот. А эти два дебила разговаривают. Ладно, нормальные чуваки. А тут причем пилотов-то нету. Многие... Я хотел тут закрыть, типа, дверь поставить, но... Что-то подумал, там все равно не видно голову. Ну, подумали бы вы, что тут карлики сидят какие-нибудь, не знаю. Ну так ладно, давайте начнем. А, то есть, проигрываю анимацию. Со стороны это выглядит все пиздец убого. То есть, вот, я как долбоёб осматриваюсь, у меня голова так кружится. Я ушел просто в вертолет этот Оспрей несчастный. И мира... Так, тут открылась дверца. Я тут встал такой... Хоп, вот... Сука! И смотрите, самое угарное. Блять, я ебал! Сука! Вика там стоит, типа ебанулся, что ли? Я нихуя не понимаю, что происходит. Вот, короче, вот, блядь, вот так это, да. Блядь, выглядит, ёбаный в рот. Они как долбоёбы какие-то упали, я ебал. И Вика такая стоит, чё за хуйня? Что здесь происходит? Нихуя непонятно. Вот. И хочу показать важную вещь, да? То есть, смотрите. Тут как бы сейчас ни херашеньки не вращаются лопасти, да? Не, ну чуть-чуть вращается из-за бага с анимацией, ну вот. А знаете, когда они начинают вращаться интенсивно? Когда вот я спрыгнул, да, и посмотрел наверх. То есть до этого они никак не вращались. Вот, то есть камера смотрит наверх вертолета, да, и они вращаются. И тут прекращается вращение. И Вика так и стоит. Чё за хуйня? Зачем меня сюда запихнули? Выпихните меня, выпилите нахуй. Ой, блядь. Вот, собственно. То есть анимация выглядит пиздец коряво, да? Не, если бы это было от третьего лица анимация, то я постарался бы, а так. Вот, то есть я не смотрю на них, и они вот не двигаются. Ну, кроме Эмиральда, что-то рукой там своей. То есть вот, открывается дверь. Вот это еще нормальная анимация была, где поднял меня Эмиральд. И то она коряво выглядит. От первого лица все заебись, смотрите, вот. То есть вот в это окошечко. Сейчас сделал графончик как на видео. О, вот такой. Ну не, лагает у меня. Потому что я записываю. То есть сижу я такой, да, приуныл что-то. А вот от первого лица все nice выглядит, смотрите-ка. Прям вот реально реалистично все. Вот. Вот Эмиральд вот как долбоеб как-то катится. Не знаю, да мы все тут как долбоебы катимся. И типа по плечу похлопывать так.
Окей, открывается еще один люк. И вот, и я прыгаю. То есть вот. Блять. Короче, показал вам, как это все выглядит. И, бля. Вот такие дела. Всем привет, с вами Никит Буил, Дюр 2005. И сегодня мы будем играть в Tube Star. Итак, это такая игра. Хотя, чего это? Котики. Блин, котики какие-то. А, 9 АМ работ. Что это такое? Ты точно хочешь уволиться? Не. Окей, давайте. А, тут типа выбирать надо. Ладно, давай им дофига денег заработаем. Так... Ты лежал на диване, случайно нашел. Фига. Вот $3 нашел. Вот я лежу на диване, зарабатываю. Вот... О, 200. Короче, мы сейчас работаем где-то доляров, наверное, так... ну, например, $10,000. И тогда можно и аппаратуру купить, и все, можно увольняться со всех работ. Роботы захватили мир, вы обязаны подчиниться, или они убьют вас. Окей. Не, не хочу увольняться. Так, со всех работ, ну, с работы удаляемся. Теперь записать видео. Так, часы. Господи. Название. Шрек. Это любовь. Шрек. Это жизнь. Так, игры. Да, игры. Конечно, игры, игры, часы. То есть, и цена. В смысле, цена. Ладно, вот столько. Следующий. Своя изюминка. Окей. Я всегда так делаю. Окей. И еще плюс. Монтировать видео. В смысле? Летсплей. Так. Вот так вот. Залежал на диване. О, все нормально. Офигеть. Вот бы давай я сейчас лягу на диван и $3 попробую найти, давайте. Я лежу на диване. Охуеть, $3! Ё-моё! $3! Я нашел $3! Твою мать. Господи. Давайте вот. За 80... Офигеть. Он тратит в день, поскольку по $100. Лох, это судьба, у тебя кончились деньги. О, давай на польско. Новгра. Пиздаракси. Так, за... Награч фильм. Сука, курва, блять. Троллинг. CSGO. Русский курва, блять. Водка. With Putin, Putin and Balalaika. Сука нахуй. Наследовца Менетуксла. Окей. Зук-зук-зук. Эдутюдфильм. Сук-сук-сук-сук. Сука, блядь, курва нахуй, блядь. А, блядь, курва, нахуй. Нахуй работу, блядь. О, сука, здраный лосове. Ах, курва, со за фража. С конститутзи сие сие пьенандзе. Сука, блядь, fucking Russian retards. Сука, fucking Russian. Ай, блядь.